Вот такая вот жуткая красота, в которой мы оказались. Просто нереальные цвета, нереальные краски. Всего прям вообще просто очень красиво. Очень красиво. И тут живут эти, как их называют, норы. Не знаю, кто их роет. Тут кроты или суслики. Не знаю, кто. Много живности всякой. Смотрите, как красиво. Смотрите, какая у нас природа красивая. Едем тут, короче говоря, ищем спуск к воде. Тут такая красота. Хочется везде просто останавливаться и залипать с камерой, там, с фотографиями, с фотоаппаратом. В общем, тут очень красиво все. Такие краски. Художник осени раскрасил лес. Все цвета радуги. I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. That I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. Ребята, смотрите, какая здесь красота. Это Шигунский район. Вражики красивые, атмосферные. Блин, солнце, правда, в камеру бьет. Холмики такие, а там озимые посеяны. Такая зеленая-зеленая красота вообще. Краски просто шикарные. Няшность зашкаливает, блин. Красиво как. Очень-очень прям. Камера все равно не передаст всей красоты, но тем не менее. Всем привет! Сегодня мы еще в одном красивом месте. Это находится близ деревни Климовка в Ставропольском. Ой, даже это не Ставропольский район, это Сызранский район Самары. В этом месте скоро будут, точнее уже строят, скоро будет возведен мост. Он будет соединять берег Тольятти Ставропольского района для того, чтобы можно будет пересечь водохранилище или Волгу. Тут вот узкое место в этом как раз месте находится, для того, чтобы сократить расстояние, чтобы можно было не объезжать водохранилище, а напрямую здесь прочесать. Место очень красивое, вон там прям за мной меловые скалы, склоны. Танюха нашла вперед туда, там тоже еще одна меловая гора. В общем, здесь очень красиво, мы пока ехали, очень много красивых мест проезжали.
Ну, сейчас традиционно проведем небольшой обзор по этому месту. Пробираемся через глушь лесную. Все в репьях. Не знаю, сейчас дойдем мы до туда или нет. Но там что-то такие заросли непролазные. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Еще, наверное, метров 15-20 спустимся, если будет капец полный, но будем возвращаться. Алло. В общем, не спустились мы вниз, там жесть полная. Решили подниматься к машине и это запустить наш квадрокоптер на разведку, чтобы он нам подсказал, в какую сторону нам можно двигаться. Слетали сейчас на коптере в то место, в которое мы хотим попасть. Ребята, там такая красота, это просто не передать словами. Сейчас пробуем найти тропинку до туда дойти. Ну, слава богу, что хоть на квадрокоптере удалось снять это все сверху. Просто неимоверная красота. Сейчас мы туда доберемся, наверное. Постараемся, по крайней мере, добраться. Я колпачок снял, но запись не включил, да? Почему это я включил? Я, блин, такой красивый пролет сделал, но запись забыл включить. Да нет, все включено было. Точно? Точно. Нет, это не точно. Друзья, мы идем, пытаемся найти тропинку, как спуститься вниз к воде на белые террасы. Очень надеемся, что у нас это получится. Короче, этот эксперимент тоже провалился. Мы же люди удачи. Мы уперлись в чащу леса, просто реально непролазную. Там такой вальежник, что даже при всем желании, обладая мачете в руках, там не проберешься. Хотя с мачете, конечно, проберешься. Вот тут такое пикниковое место, видимо, строители устроили, которые мост строят. Других вариантов у меня нет. Вон под котелок, все дела и так далее. Водичка. Сейчас будем как-то пытаться пробраться. Вот такие наши путешествия. Идем где-то, блин, в каких-то курмышах непролазных. Капец просто. Так и не смогли до места дойти, куда хотели. Ей, ребята, мы спустились. Это было целое шоу. Просто невозможно передать словами. Это крутейшая гора, мы по ней вот спускались сейчас. Шли сначала вдоль забора очень далеко. И потом по этому косогору там кабель электрический лежит. Вот мы спустились вниз сюда. И вот мы сейчас у подножья. Танюхи истерика, мы еле-еле до сюда добрались. Вот. Ну, в конечном итоге спустились, круто. Все должно быть нормально. Сейчас покажем вам это удивительное, красивое место. Окольными путями мы пробрались сюда. Я все очкую, что сейчас нас тоже чудом эта подстройка. Мы все кордоны прошли, парни. Смотрите, там какой перешейк. Мы, наверное, до туда не доберемся. Пойдем проверим. У меня уже все, у меня уже слезы от наших попыток пройти куда-либо.
вот в такой мы красоте. И мел под ногами валяется. Школьником. Представляете, какие здесь скалы? Меловые. А вон там мост строят. Первые свои заколачивают. Такие бы лыжники здесь. Ребята, смотрите, по каким местам мы пробираемся. Как морские валуны. Вот такая вот штука. Там впереди навалены деревья. Наверное, мы здесь не пройдем, а может и пройдем. Фиг его знает. Будем стараться. Аккуратнее под ноги смотри. Это мел. Вон, смотрите, какой. Смотри. Пишет. О, какой. Кому прям рисует. Школьнику. Ага. Круто. Смотри, какие мелкие. Да, мел. Меловые валуны, короче. Есть там вон тропинка мимо корней. Пошли. Продолжаем путешествие. Вот мы перешли корягу. А перевал. Впереди еще этих коряг немерено. О, она. Прикольно. Да, у нас вот с обувью проблемы. Никак не можем себе позволить купить трекинговую обувь. О, Танюха как перелазит через бревна. Мы продолжаем ползти и преодолевать кучу разных препятствий. Это все напоминает какое-то реалити-шоу. Остаться в живых, да. Так, я выключусь, а то я где-нибудь рухну сейчас здесь, наверное. Преодолели мы еще одно препятствие. Впереди еще несколько. И мы придем к тому самому месту, которое я только что назвал Самарское Памуккале. Но это не точно. Вообще здесь такое невероятное количество хорошо отполированных камней, мела, что здесь хватит на несколько учебных общеобразовательных заведений. Наверное, десятилетний запас мелков разных. Аккуратно под ноги смотри. Под шелест волн. Стоим на берегу великой русской реки. Вон там стройка. А здесь вот такая красотища. Очень красиво. Идти, конечно, невыносимо сложно и трудно из-за больших валунов, из-за коряг, лежащих по протяженности всего вот этого кусочка. Но при наличии соответствующей обуви совершенно спокойно можно хорошо погулять. Вот до туда, к сожалению, мы, наверное, не дойдем уже. Потому что там вот я вижу еще поваленных кучу деревьев. Ну, хотя бы до сюда дошли. Уже здорово. Сейчас пришла совершенно случайно в голову идея, что это место было бы идеальным для строительства какого-нибудь скита монаху-отшельнику. Потому что сюда добраться вообще нереально. Только с воды. Пешком до сюда не дойдешь. Ну, конечно, в скором времени здесь построят мост. Здесь будет куча всяких зевак, которые будут сюда приезжать. Вот. Но сейчас, вот там даже вот, посмотрите, впереди какой-то фигвам стоит. Видимо, кто-то уже здесь место заприметил и хотел строиться. Блин, дорожка, конечно, пипендер. Вот мы пришли на одну из, по идее, промежуточных точек, где куча щебня речного. Такие стихийно, самопроизвольно, природно сделанные, организованные террасы, когда вода, видимо, поднимается, вот здесь вот наполняется все водой. И получаются как пятна такие на белом фоне. Наверное, безумно красиво. Мы сейчас, когда на квадрике летали, видно прям было сверху такие прям эти белые ореолы вот из-под воды. Ага.
Это не есть. Это из щебня, оказывается. А мы думали, что это песок. Как на Мальдивах. Да. Ну, здесь очень красиво. Здесь однозначно, видимо, стоит побывать, если вы любите такой тяжелый туристический маршрут, потому что он действительно реально непростой. Ну, короче, ребят, я лично в восторге от этого места, особенно осенью. Буйство красок, просто буйство красок в сочетании с белым камнем, меловым белым камнем, в сочетании с голубизной реки. Ну, конечно, стройка рядом, блин, но она не мешает, правда. И пока здесь не построили мост и не понаехала куча народу, чтобы это все загадить, настоятельно рекомендую вам здесь побывать. В общем, мы вернулись на исходную позицию, откуда придется идти вот по, к этой красоте, по этой красоте. Вот идет стройка, синий забор из профлиста. Вот нужно будет идти вот с самого начала по этой части, которая не со стороны строительства, а со стороны здесь. И спускаться вот по этой тропинке горной, аккуратно тут кабель силовой. Поэтому все нужно делать аккуратно. Вон, Танюха уже лезет в гору. Я еще мелких хватило. Вот, оттуда мы пришли. И вот туда нам предстоит сейчас забираться. А у нее еще в руках мел. Она зачем-то взяла мел. В школу. Дети в школу. Вот мы поднялись на эту гору. Вид сверху. Вот такая красотень. В общем, ребята, рекомендую всем. Друзья, вот этот забор. Начинается он прям вот тут. Вот тут мы поставили свою машину. И вон туда вот мы перлись. Но это стоило того, там очень красиво.